Неутешительные вести о Татьяне Васильевой пришли из столицы. В состоянии средней тяжести артистку госпитализировали. Актрисе стало плохо, когда она была дома, это случилось поздно ночью. У Васильевой кружилась голова, она с трудом передвигалась. Таблетки звезде не помогли, невестка вызвала медиков. На скорой актрису увезли в больницу. Выяснилось, что у Васильевой гипертония. В больнице артистку осмотрели врачи. Татьяне Григорьевне сделали КТ головного мозга. Сообщается, что каких-то осложнений у 76-летней звезды не обнаружили. Других подробностей о ее состоянии пока нет. Сама Васильева считает, что причиной проблем со здоровьем является стресс. Из-за чего актриса так перенервничала, неизвестно. Несколько дней артистка проведет в клинике под наблюдением врачей. Возможно, Васильева переживает из-за родных. Ранее она рассказывала о нелегкой судьбе внуков и скандалах в семье.